В Иркутской области продлили особый противопожарный режим. Ограничения на посещение лесов, разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений, действуют до 20 июля. При прогнозировании усиления ветра свыше 15 метров в секунду в населенных пунктах могут отключать электроэнергию.